Сегодня я хочу сказать пару слов про 76-й даф трактата Баба Батра. Это не особо интересный урок, но чтобы не пропускать никакую страницу, я хотел бы немножко обсудить разные виды киньяна опять. Вообще, эту тему мы уже немало обсуждали в трактате Кидушин, если вы помните, в первом перике, как ни странно, вроде трактат был занят совсем другим, в основном, да, женитьбой, но заодно они обсуждали разные виды транзакций, и в том числе, как покупаются животные, как покупаются вещи, как покупается недвижимость. И кое-что будет в нашем трактате. Собственно, в нашем трактате это более логично, что данные законы будут обсуждаться. Ведь вообще, как разделяются три бавы? Бава Кама, Бава Мицея, Бава Батра. Это же все считается один трактат в каком-то смысле. Я вот как раз пару уроков назад мы обсуждали, что всего из 60, возможно, трактатов. У нас в Мишне 63 трактата, но вот все три бавы, они считаются один трактат. Это называется Низикин. Так же, как Сейдер называется Низикин, так же и сам трактат называется Низикин. И в нем 30 глав, и их разделили на три трактата по 10 глав каждый. Бава Кама, Бава Мицея, Бава Батра. Первые врата, средние врата, последние врата. На самом деле это все один трактат в каком-то смысле. Поэтому на самом деле тогда получается уже 61 трактат, а не 63. Ну и потом я уже говорил, что, возможно, не считается здесь Удуйот или Авот, какой-то из трактатов не считается, а, возможно, Макот был считался частью Санхедрина. Вот поэтому получается, что есть традиция, что всего 60 трактатов Мишны. Так вот, три бавы, они как вообще разделяют весь этот трактат Низикин? Что в первой баве были в основном именно ущербы. Мое животное там ударило ваше, или съело ваш пирог, или там человек другому нанес ущерб. Это именно было самый, так сказать, худший из вариантов, самые большие виды неправильного поведения, которое приводит именно к плате. Бава Мицея, она как бы посередине. Там тоже бывает, что люди оспаривают что-то, но как бы это в меньшей степени именно ущерб, а в большей степени уже обсуждались такие вещи, как в том числе, как можно киньянку это сделать, чтобы не обмануть другого, она, чтобы не было в этом, процент не брать и тому подобное. Да? То есть здесь уже не настоящие виды именно ущербов обсуждались, а скорее отношения между людьми. Нашел чужую пропажу, да, наемные работники. А вот в нашем трактате еще более вот добросветские отношения. То есть здесь никто ничего не оспаривает часто. Во многих случаях это просто вопрос, как правильно это сделать. Я хочу вам продать какую-то вещь. Вы хотите ее купить. Или я хочу вам подарить какую-то вещь, или недвижимость, или еще что-то. И здесь логично, что вот все эти перики, одна глава за другой, занимаются тем, что включается в продажу, что не включается, как именно сделать эту продажу, как сделать киньян. Вот. И в том числе в отношении таких вещей, как корабль, мы говорили, что есть диспут, нужно ли его протянуть. Но вопрос тогда, где? Есть еще, знаете, вот этот мешиха, один из видов киньяна, это когда что-то тянули. Да, это обсуждалось в том числе в контексте животного в трактате Кидушин, и здесь тоже возвращается Гемора на эту тему. А теперь вот в отношении корабля. Но есть еще же одна деталь, что многие из законов, как, какой киньян работает, он работает не везде, а в каких-то местах. Есть, например, двор чей-то, есть улица, есть то, что называется как бы около улицы, но где в основном народ не проходит. И во всех этих случаях есть разные законы, где какой киньян работает. Вот. И есть определенные диспуты тоже. Вот, например, я не вдаюсь в тонкости и детали, а просто в общих чертах намечаю, какие здесь темы. Да? Вот здесь, например, диспут насчет того, можно ли купить корабль с помощью мессира, то есть просто он передает другому корабль. Не мессиха, когда тот тянет его, а мессира. Вот. Все эти вопросы, они выходят за рамки нашего урока, и тем более, что сегодня вообще по-другому обычно транзакции подобного типа делаются. Но все равно закон нужно знать. На самом деле, многие из транзакций сегодня могут работать из принципа так называемого, что если так делают в данном месте, то это тоже может считаться кошерной и валидной транзакцией. То есть транзакции бывают, что работают не только так, как описаны в Хазаль, но и так, как принято в данном месте. Вот. Как сегодня делают продажу машины? Обычно, кажется, регистрируют, да, пишут бумаги деловые, регистрируют, как-то так это все работает. Вот. Но и сегодня может быть следствие, допустим, человек хотел другому подарить машину, если сделали уже одну из транзакций, которые делают эту машину его, то тогда после этого уже не может передумать тот, кто дает, уже все, транзакция произошла.
Кстати, как раз Рав Зильберштейн здесь обсуждает, работает ли киньян, да, можно ли получить машину чью-то. Ну, разумеется, опять же, это все, когда люди согласны. Здесь не идет о спорах каких-то, когда один, например, попытался своровать другого, вещь другого. Мы сейчас говорим именно о случаях, когда добрососедские отношения, один хочет подарить или продать что-то другому. Вопрос, как сделать правильную транзакцию. Так вот, вопрос в том, если человек потянул машину. Вот здесь говорится про корабль, но корабль обычно тянули в те времена на веревках, как-то на канатах. А что делать, если человек протянул машину как-то, руками взял, толкнул машину? Это сработает или не сработает? Такой киньян. И Рав, похоже, не уверен в результате, сработает ли такой киньян. Но сегодня есть определенные принятые киньяны, как именно продают и покупают машины. Вот. Поэтому практического значения почти нет в большинстве этих законов, но может быть теоретически в каких-то редких ситуациях может для нас быть навками на да, какое-то следствие во всем этом. И на этом я на сегодня закончу. И если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк.